Идея провести флешмоб принадлежит сочинской молодежи. Танец репетировали несколько недель, ведь основное действие там исполняют профессиональные танцоры. Но главная цель флешмоба – привлечь к танцам и простых людей, случайно проходивших мимо или отдыхающих в сквере. А там есть такой момент, когда мы их зовем, но не всегда присоединяются. Но мы будем стараться, чтобы им было интересно, чтобы они смогли присоединиться к нам. И не стеснялись. Танцорам удалось так зажечь публику, что уже через несколько минут за ними повторяли движения десятки людей. Получился такой замечательный флешмоб, в котором могут принять участие абсолютно любые желающие. Видите, что не только организованные группы, но и просто люди, молодежь, даже взрослые, дети подходят, делают, повторяют движения, и получается большая масса людей. Подобные мероприятия проводятся в Сочи уже не в первый раз, и планируется, что танцевальные флешмобы станут традиционными не только на открытии курортного сезона, но и на других городских праздниках. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.